Внимание! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Юбка, брюки. Лена, я хочу задать тебе вопрос. Что в твоем гардеробе больше и что ты любишь больше носить, юбки или брюки? Ну, конечно, брюки. А вот многие женщины ломают голову и думают, а что же мне сегодня надеть, юбку или брюки? Сегодня 21 век, и многие дизайнеры удивляют нас невероятными фасонами. Встречайте, микс. Юбка плюс брюки. Эта модель называется кюлоты, и она сегодня очень популярна во всем мире. Это юбка-брюки Анжелина, и это российский бренд Кристофер Аде. Ты помнишь, когда первый раз у нас было всего 3 цвета? Сегодня их 6. Давайте познакомимся с расцветками и выберем вашу. Елена, кстати, выбрала для себя малиновый цвет. Я выбираю фиолетовый цвет. Этот оттенок называется в заказе зеленый. Но для того, чтобы вас окунуть в атмосферу цвет морской волны, вот такой вот морской, бирюзовый, глубокий, насыщенный цвет – это для тех, кто любит бирюзу. Ну а для тех, кто любит василек, например, я тоже его обожаю, пожалуйста, есть и такая расцветка, яркая, насыщенная, поднимающая настроение. Для тех женщин, кто любит универсальные оттенки, уже ни для кого не секрет. Этот цвет соперничает с черным по популярности. 80% наших модниц дают предпочтение темным оттенкам. Ну что ж, если вы так любите темные оттенки и у вас достаточно черного в гардеробе, может быть, стоит сделать выбор в пользу сапфира. Я хочу сказать, что выбирая темный низ, вы можете украсить себя яркой блузой. Но у нас есть и еще базовый оттенок, это белоснежный. Какая женщина не может представить свое лето без белого? Давайте посмотрим, как меняется образ Лены, он становится праздничным и нарядным. Если вы выбираете белоснежную блузу, яркий верх, это может быть жилет, пиджак, кардиган. Посмотрите, как белые брюки делают вас особенной. Белый цвет уникален, цвет нежности, романтичности, невинности. И, кстати, этот цвет сегодня предпочитают женщины с богатыми формами. Ведь белый цвет матовых текстур нас не полнит. И еще, важную роль в изделии, конечно же, важная роль принадлежит фасону. Вот об этом мы сейчас с вами поговорим и выберем ваш размер. Давайте посмотрим на наших моделей и посмотрим, как на разных женщинах смотрится юбка-брюки Анжелина. Мне кажется, вот для каждой женщины обязательно нужно взять в корзину именно такую модель. Я бы сказала так, женщины, которые привыкли удивлять, женщины, которые любят не банальные, а оригинальные вещи, тогда сейчас вы обращаете уже внимание на то, как стильно выглядят наши дамы. Давайте посмотрим на Танечку-брюнетку, она выбирает для себя васильковый цвет. Обратите внимание, как красиво и эффектно смотрится фигура и Татьяны, и Елены. А разница в размерах составляет 2. У Елены 48-й, узкие бедра, но секрет в зоне талии. У Танечки узкая талия, но широкие бедра. И уже не важно, какой у вас тип фигуры. Широкие брючины, которые у нас именно расклешены и расширены к низу, моделируют любую фигуру. И, конечно же, эластичные ткани играют тоже важную роль. Так сколько здесь еще этой ткани? Вот я расправляю сейчас брючи. Ну да, посмотрите, какое количество здесь ткани, сколько затрачено на пошив. Я вот хочу сказать, что действительно, обратите внимание, что на нашей Елене Лена как раз демонстрирует сейчас зону животика. Дорогие женщины в возрасте, если у вас есть секреты и вы предпочитаете их скрывать, наша юбка-брюки поможет вам в этом. Я знаю, что с возрастом многие выбирают не только комфорт, многие хотят выглядеть моложе. Конечно. Наша модель, юбка-брюки Анжелина, поможет вам в этом. Во-первых, это современно, это стильно. И посмотрите на сочетание. Лена выбирает для себя именно завышенную талию. И тем самым кокетка, которую мы видим на животике, убирает все. При этом не создает лишних складок. Потому что эластичная лента хорошо тянется, а ткань упругая. Посмотрите, если вы хотите помолодеть, постройнеть, выбирайте умные модели. Юбка-брюки Анжелина выполнит все ваши желания. Это, конечно, сделает вас моложе и привлекательнее. Ну а вот этот комфорт, о котором мы говорим. Вообще, знаете, для лета я всегда выбираю комфортные вещи. Да. Практически отказываю себе пуговицы, молнии. Я не люблю такие модели. А вот эластичная лента уже давным-давно раскрыла мне просторы. Я могу фантазировать со своим гардеробом. Можно надеть топ и заправить его внутрь. Можно надеть свободную блузу и вытащить ее на выпуск. Ну и, конечно же, эластичная лента, обратите внимание, насколько она широкая. Для многих женщин это мини-корсет. Когда мы надеваем такую модель, во-первых, нам комфортно, а во-вторых, наша талия становится чуть-чуть меньше. Я могу сказать,
сказать, и у Лены, и у меня тоже есть секреты фигур. Но за счет правильного кроя трапеции, широких брючин, вискозной трикотажной ткани мы видим новое отражение. Мне хочется обратиться к нашим милым модницам. Если вы хотите постройнеть и просто подчеркнуть свою талию, свои достоинства, выбирайте правильные модели. Вот, например, посмотрите, юбка-брюки Анжелина. Как Света сказала, уже здесь есть кокетка, а она подчеркивает нашу красоту. Будьте в ней уверены, Свет, мне нравится, как смотрится. И действительно, я ощущаю свою талию сейчас. Вы знаете, Леночка, я соглашусь с тобой. У каждой модели, которая сейчас стоит на подиуме, есть свои секреты. И у меня они тоже есть. Если у Тани это широкие бедра, у Леночки зоны живота, я объединяю сразу все две в одном. И я хочу сказать, что эти брюки, юбка-брюки, идеально садятся на любую фигуру. Мне нравится, что я перестала заботиться и переживать, выпирает где-то что-то или нет. Потому что эта модель свободная. Она скрывает вот эти проблемы, которые часто женщину беспокоят. Называется эта проблема ушки. Ни для кого не секрет, что с возрастом отложения, а именно сказываются здесь, особенно сидячий образ жизни. Посмотрите, насколько эта ткань помогает скрыть все внутри. При этом она не придает объема, а дает изящество. И я хочу сказать, что после того, как мы вышли с тобой после программы «Утро», я получила комплимент. Мне сказали, что я таю на глазах. А ведь мы ничего не делаем с собой, никакого корректирующего белья. Потрясающая одежда за одну секунду изменяет наши пропорции в лучшую сторону. Я хочу вам сказать, изменитесь прямо сейчас. Измените свою жизнь, измените свою фигуру, измените свое отношение к себе. Будьте красивы, будьте уверены в своей красоте. Ну и, конечно, не переплачивайте. Ведь сегодня бренд Christophe Ade дарит нам невероятные модели, которые нас украшают. Свет, подскажи, пожалуйста, как ухаживать за этой тканью? Да, я хотела бы немножко сказать про ткань, потому что это очень важно. Многие женщины обращают внимание на свой внешний вид. И, как правило, низкокачественные материалы быстро теряют свою красоту. Этого я не могу сказать про нашу модель. Ткань высококачественная, а доказать это можно в прямом эфире. Трикотаж с добавлением лайкры становится прочным. Он не теряет яркости цвета, он не теряет своих форм. И такую модель мы можем носить с вами круглый год. Скажу больше. Вот, кстати, если говорить о прочности материалов с лайкрой, они выдерживают 5 лет носки. 5 лет стиля, 5 лет комфорта, и все это по одной цене, которая действует только сегодня. Дозванивайтесь прямо сейчас.